В принципе, если вам пофигу, как бы нормально все с деньгами, и вы любите собирать танки, то, естественно, вы как бы и не будете слушать, хороший он там танк или плохой, вы его просто возьмете. Но вот если вы прям решаете, вот прям думаете, блин, вот ломиться баблом или нет все-таки, стоит он того или нет, я думаю, что нет, потому что в стоке он будет такой себе, без там перезарядки, без вот этих всех модулей. Ух ты, блин, ты плохой клиент. И поэтому там париться, собирать запчасти все эти, ну такое. Такое себе занятие, честно. Оп. Да не забывайте, что у меня правая шьется башня иногда. Может. В теории. А че вы сзади-то не поехали, алло? Попал. То есть был, например, Type 90 вот до этого, вот эта тема, вот это охеренный танк, он того стоил по-любому. Готов. Стой. Заряжающий, снаряд. Что, ты меня пробьешь? Да хер там, у воинов не хватит. Давайте, ребята. Кумулями, серьезно. Нас здесь просто нету. Нас сейчас могут приехать и отыметь. Здесь такая толпа их. Как нас не убили до сих пор? Я не знаю. Так, ты поиграл, пацан. Продлеваем. Блин, еще один. Не-не-не-не-не. Добивай его, хорош. Офигеть, вот такая выстроилась ватага. И вы все умрете, ребята. И вы просто все умрете. Ой, воинов не хватило внезапно. Как так получилось? Странно. И вы просто все сейчас умрете здесь. М60 поехал сзади. Надеюсь, нас прикроют. Они там, походу, все, что ли, решили объехать нас сзади? Ребят, вы чё? Пропал снаряд. Я видел, он пропал. Снаряд. Ох, это будет хороший дамажный бой. Это будет просто хороший дамажный бой. Потому что они сейчас просто отдадутся здесь. Так, объект нас, если что, сзади прикрывает. Опс, МБТ. Гола. Да ладно. Хоть не в меня стрелял. Готов. Выцеливал 3 часа, потому что... Ну, вы поняли. Ага, я понял тебя, МБТ. Так, у тебя там секунд 10 перезарядка, по идее. Так, и вазари начинают поддавливать. Держи. Держи еще. Ой, мы проигрываем при этом. Обожаю, это отличный бой. И мы при этом проигрываем, вы понимаете? Отличная каточка сейчас будет. О, топовая каточка. Противник. О, с поджогом. Просто сразу с поджогом. Не, не убегай. А чё я свечусь? Ага, я понял, чё я свечусь. Ты лови. Больно птурами. Птурами больно. Держи еще. Надо, чтобы кто-нибудь ворвался. Или он птуры сейчас разрядит. А я поеду его давить кентавра. Ну светись же. Должен же уже светиться. Короче. Не пробил. Это самбо.
А их там много, да? Впереди. О, да. Блин, засветился. Заряжающий снаряд. Если я сейчас не затуплю, то я просто здесь пятнашку сделаю. Так, надо проезжать, наверное, скорпиона. Этого скорпиона, если он там, будет плохо. Да уйди, что из прицела! Олень! Он, по-моему, на быстрой там стоял. Так, нам уже сзади сейчас поедут. Наверное, лучше проеду сейчас вот здесь, надо этого скорпиона забрать и разворачиваться. И заодно Абрамса. Блин, что с графикой, я не пойму. А, они сами едут сюда? О, замечательно. Один, не уезжай. Блин, он не едет назад, понимаете? Я пытаюсь, он не едет. Это не совсем то место, где бы я хотел остановиться и принимать их. 3-4. Противник, пипец. Он не поднимается. А чё, я... Я снаряды все расстрелял! Лол! Он не поднимается жопой вообще никак. Я потратил все снаряды. Вот это эпик фейл. Я на УБТ расстрелял снаряды? Серьезно? А чё с ними не так? Я не пойму, почему я не стреляю. Я пустой. Тараном? Придется ехать таранить. Контакт с противником. Прикиньте, я бы сейчас сколько мог накидать еще. Если бы у меня снаряды хотя бы были. И назад он не поднимается жопой вообще. Я вот только спускаюсь. Ага, вот они. Так, ну что, полетели? На таран. За скорпионом. Хотя можно Абрамса. А, Абрамса. Абрамса, кстати, ну нормально можно протаранить. У него 300 хпшки. Я вернусь. Я за кастетом съезди. Быстрый гад. Противник. Не-не-не-не-не, стой. Как ты хорошо убегаешь. И разобьется еще. И вот говнюк. Взял и разбился. Тогда за Абрамсом. Разгон сейчас возьмем. И поедем Абрамса таранить. Минус один мысленными усилиями. Я просто только посмотрел на этого кастета, и он умер. Понимаете? Если у вас закончились снаряды, это еще ничего не значит. Это не значит, что все, вы уже бесполезны. Смотрите сейчас, как я буду таранить еще Абрамса. Заберу его тараном. БМДшка, правда, у него хп немного. Хотя с БМД я, кстати, больше снял бы хп. Ага, вот они. Сейчас будет красиво, смотрите. Блин, БМД лишь бы не подосрал. И гусли лишь бы не сбили. Ух, я подставился. Хреново. Хреново. Так, берем разгон. Ага, вот они. Вражеская техника. Ой, он на меня едет. Ой, хорош. Так, БМД. Ты следующий. Сюда иди на. Семки есть? А закурить? Стой, 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 стой. Главное не остановись. Главное, тормози, БМД, не выезжай далеко. Где он там катается? Не промахнуться бы. О, его сейчас заберет тип, да? О, его тип забрал. Блин, а было бы так красиво, если бы я его сейчас тараном бы еще забрал. Просто катка затащена без снарядов. Это на гайд. Это просто на гайд. Как тащить без снарядов?
Жесть. Один просто уехал, разбился, второго протаранил. Этот, ну, этого, в принципе, и так без меня забрали. Там еще блайнды, скорее всего, были. А ну? 14 косарей на 7-м левеле. Это топ. Это просто топ-каточка. 5 фрагов. Как вам? Я думаю, здесь даже 6 фрагов. Еще кости там, я думаю, можно засчитать, в принципе. Мне кажется, это четкая вообще катка была для концовки стрима. Сколько их, серьезно? 32 снаряда? Алло! Считайте, да? Вот 48, да? 48. 48. Почему здесь всего 32 снаряда? Алло! 32 снаряда! Серьезно? Я просто... Какие бы потные катки не были, но чтобы у меня на ОБТ закончились снаряды? Блин, такого еще не было, серьезно. Я бы сейчас 20-ку бы сделал бы, ё-моё. Зуб даю. Были бы снаряды.